Всем привет! Какая теплынь! Время 7:30 утра. Птички щебечут, а в остальном тишина. Ой, как тепло, прям жарко. Я думаю, сегодня будет жарище. Наконец-то тепло к нам пришло. Лежим себе с Мелиской, смотрим телевизор. Думаю, что же это такое мерцает? Скорая помощь приехала к кому-то в наш подъезд. Да, Мелисочка? Скорая помощь. Хочешь посмотреть? Давай. Какая грация, Мелиса. Какая грация. Так легко ты запрыгнула. Такая жара была сегодня на улице. Оля ко мне пришла просто по-летнему в маечке. Коротеньких брючках. Говорит, очень жарко. А это у нас получается вчера, да. Вчера вроде было, наверное, градусов 23-25, но мне кажется, я перегрелась. Гуляла, пришла к дому, думаю, посижу немножечко, подышу, отдышусь. Ну, прямо что-то перегрелась, хотя вот жары-то, повторюсь, не было. Зашла в подъезд, лифт не работает. Все, как я люблю. Ну и, в общем, пришлось подниматься пешком. А в понедельник вообще прогнозируют нам 33-35. Девочки, я не знаю, что делать. Вы мне как-то говорили. Ну, зонтиком буду ходить, наверное. Вы мне как-то говорили, Лена, в шляпе ходи. Ты не переносишь жару. Я реально поняла, что я не переношу жару. В общем, надо что-то придумывать. Наверное, с зонтиком буду ходить. Гулять-то все равно надо. Да, Мелисочка, смотрите, как она наблюдает за миганием. Тетя, как она легла-то. Да как она легла, да как удобно-то нам тут, да хорошо. А подоконничек бы был, Мелисочка, тебе бы было как хорошо видно. В окошечко бы лежала, смотрела. А тут низковато, да? Немножко низковато. Сделаем, Мелиса, не все сразу. Не все сразу. Вот любопытная. Девочки, сетка очень прочная, так что не переживайте. Прям очень-очень. Да, она и не пыталась никогда выпрыгнуть. Она спокойно ходит здесь. Ну, мигалки, я не знаю, зачем. Можно было, наверное, выключить. Почему они мигают, не знаю. Как хорошо на улице, вот уже 10:30. Жары нет уже, и так прям свежо. Чувствуется, что тепло, но свежесть такая. Я открыла настежь окно, балконную дверь, и прямо в комнату идет такая прохлада, начиная. Классно. Наблюдалкин мой сегодня весь день ест и ест. У нас сегодня гости, да гости. Лиза у нас была, вкусняшек всяких принесла. Подарки принесла. Оля была у нас в гостях сегодня. В общем, сегодня у нас хороший такой денечек. Спокойный и душевный. Да что же там мигает? Да что же там сверкает? Всем доброе утро. У меня сегодня утро.
утро начинается вот с такого коктейля смородинового. Здесь протеиновый коктейль смородиновый, огромная горсть ягод замороженных смородины и половинка банана. И вода сегодня на воде. Приятного аппетита! Такое вот доброе утро! Девочки и мальчики, всем привет! Не ожидали увидеть такую красоту неземную? У нас сегодня 35 градусов. На солнце будет все 40. Представляете? Покажу вам, какая я буду на улице через 5 минут. Ну, я бы, конечно, хотела сидеть дома под кондиционером, но мне надо сегодня прогуляться, поэтому не шляпу же с полями надевать. У меня платье от Ирины и вот такой головной убор от Марины. Из остатков она мне сшила такой головной убор, такую шапочку. Ну, шапочка не шапочка, челма не челма. Серьги жемчужные, это уже от Елены. Так, босоножки Юничел, удобнейшие, мягкие. И сумочка у меня будет синяя, но мне нужна такая побольше белая сумочка. Пипин сумочка белая у меня есть, но она маленькая, но мне сегодня нужна побольше. Поэтому будет синяя. Все, идем на прогулочку. Наконец-то я начинаю выгуливать свои замечательные платья. А то нашила в прошлом году, и все, и лето закончилось. Вот. Но жара, прям я чувствую, что жара. Сейчас включу кондиционер. Ночью было прохладно. Хорошо, что у меня балкон в спальне. Открыла настежь балкон. Ночью было, наверное, 19-21, может, градус. Так прохладно было, так тихо, свежо. Но утром встала, солнце уже палит, поэтому сейчас кондиционер включу и ухожу. Приду, чтобы дома было прохладно. Все, идем со мной. Наконец-то я вам себе показала. Я ждала, когда я надену вот эту красоту. Очень нравится платье. Такое оно свеженькое, такое оно белоснежненькое. Все, девочки, и шапочка сюда прям как нельзя. Кстати, у меня есть шляпа с полями. Это из остатков мне Марина шила. Ну, по улице сейчас идти с полями, она такая более пляжная. А вот такие шапочки, мне кажется, нормально. Все увидите. Девочки, время 11:30, я уже дома. На улице пекло начинается. Это просто ужас какой-то. Хотела погулять, поснимать что-нибудь. Не сегодня. Но реально уже 35 точно есть. Я прям как помидор вся красная. Дома прохладно, кондиционер работает, буду дома. Милиска тут накуролесила. Вот что делала тут без меня? Веселилась? Ну, а чё бы нет? Хозяйка? Хозяйка? Хренова? Чё лапы-то перегнула? А? Чё, это распальцовка такая у тебя? Девочки, я себе нравлюсь. Такой образ. Я сегодня гуляла, на меня все смотрят. Наверное, шапочки войдут в моду. Вот такую жару, представляете, под солнцем. У меня бы уже солнечный удар хватил точно. А так шла как королева. Прям очень-очень-очень хорошо. Купила черешни сейчас себе. Форели солененькая. Сейчас покажу, что купила. Сейчас быстро показываю, что купила, и в душ. Форель купила для бутербродиков утром с маслицем и с... О, вот тут как тут. С маслицем и с рыбкой чаек попить. Иногда можно кофеек. Вот такую булочку купила. Не знаю, то ли с повидлом, то ли со сгущенкой внутри. Сегодня хотела позавтракать. Батон у меня есть с хлебом, с маслом. Потом передумала. Просто творог поела. И все, думаю, если булочка у меня была, я бы соблазнилась. А так нет. Так, два кабачка купила. Может, блинчики кабачковые сделаю. Увидела в интернете. Может, оладьи. Скорее всего, оладьи. Так, три баклажанчика. Баклажаны подешевели. 199,90. Ну, в общем, 200 рублей. Стоит килограмм. Раньше были что-то 350, по-моему. Ну, это что такое-то? Это что за любопытная? Это Варвара. Так, 4 луковицы. Что-то еще. Что-то... А, вот за этим зашла.
Ну, остальное все так, в придачу. А вообще зашла сегодня за черешней. Черешня также 350 рублей за килограмм, но черешня отменная. Сейчас приму душ, лягу, включу телевизор и в прохладной комнатке, солнышко уже ушло, в прохладной комнатке буду наслаждаться. Все, девочки, а нет, еще что-то есть. А, чеснок. Чеснок. Вот. 3 чесночка купила, все. Сумочка пустая, все, Мелиске ничего не купила. Мелиска плохо меня ждала. Чего бы хотела? Рыбки бы хотела. А нет. Все, девочки, приняла холодный душ, такой прохладненький. Прямо сейчас в полотенце залягу и буду наслаждаться. Включу какой-нибудь видосик. Все, девочки, сегодня больше никуда не пойду. Нет, еще намажусь маслом. Вся питательным маслом. Все, сегодня у меня вот такой будет выходной. Ну, типа, вчера был не выходной. Сегодня у меня выходной с черешней. Все, идем наслаждаться.